Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего канала на YouTube. И можно сказать, что у нас сегодня праздник. Традиционно я старался поздравлять всех с Новым годом, с профессиональными праздниками, психолога, психофизиологов и так далее. Но в этом году новогоднего поздравления по определенным причинам не было. Тем не менее, сегодня у нас праздник. С чем это связано? Связано это с тем, что, во-первых, сегодня день научного работника, это раз. А во-вторых, днем сегодня я обнаружил, что у нас на сайте 4002 подписчика. Сейчас уже достаточно такой поздний вечер. Я зашел на канал и увидел, что у нас на данный момент уже 4005 подписчиков. Канал существует с 2012 года, это получается порядка, по-моему, с октября, если я не ошибаюсь, существует, сейчас посмотрим, существует с 10 октября 2012 года, то есть это порядка 6 лет, всего 1 450 693 просмотра, вернусь я на главную, и я вас с этим поздравляю. Я хочу выразить вам огромную благодарность всем моим подписчикам, кто заходил на наш канал, подписался. Канал носит исключительно научно-образовательный характер. Большинство видео в нем носят именно научный характер, то есть о науке, о психологии, в большей степени о психофизиологии, промышленной психофизиологии, методологии, методикам. Психофизиологическим, психологическом, диагностической работе, реабилитационно-оздоровительным мероприятиям, экспериментам различного рода, патопсихологии и так далее и тому подобным вещам. Канал научный, на нем нет монетизации. Мы на этом канале ничего не зарабатываем. Мы рассказываем и показываем лишь то, что знаем сами и то, что родилось из, собственно, нашего опыта многолетнего. Мы существуем, лаборатория психологического обеспечения существует уже 18 лет. Это все-таки срок. Вот последние, значит, 5-6 лет мы начали выпускать вот такой канал с интересным, на мой взгляд, контентом. Несколько сотен видео, я не знаю, как это тут толком посмотреть. Я смотрел где-то, наверное, более около 500 видео на данный момент на нашем канале. И он носит такой научный характер. И самая главная благодарность вам. Большое спасибо, что вы заходите на наш канал, что вы интересуетесь, в общем-то, достаточно нетривиальными вещами, необычными вещами. То есть это, я не знаю, есть ли еще такие каналы с такой регулярностью и периодичностью, выпускающие контент, посвященный психофизиологии. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, вы заходите, просматриваете, пишите свои комментарии, иногда они бывают критическими, иногда с восторгом, задаете мне какие-то вопросы, и я стараюсь соответствовать уровню этого канала, постоянно развиваться, находить что-то. Вы сами видите последние видео, то есть мне задают вопросы, я рассказываю о нормативах, и о новых наших методиках, и о системе в целом, и о варианте методики классификации, и так далее, и так далее, и так далее. Самый разнообразный контент, полезный для практических психофизиологов, медицинских клинических психологов, просто психологов, специалистов какой-то внеклассной работы в школах, в образовательных учреждениях, и так далее. Буду вам безмерно благодарен, если вы и дальше будете оставаться на страницах нашего канала, просматривать видео, которые мы выпускаем. Большая просьба ставить лайки, не для того, чтобы монетизировать видео. Канал, еще раз подчеркну, не монетизирован, мы не зарабатываем на этом канале. Но если вы ставите лайки, соответственно, видео продвигается вверх по какой-то, видимо, градации YouTube. И чем больше этих лайков, тем больше и больше людей смогут увидеть наш контент. Наши видео, посвященные психологии человека, его психофизиологии и каким-то другим интересным вещам. Прошу вас, те, кто посмотрит это видео, поставьте лайки. И в других каких-то видео тоже можно проставлять лайки, только ради того, что если вам показалось это видео интересным, то и, возможно, другим людям оно окажется полезным, нужным,
и значимым. Благодарю вас еще раз, всех подписчиков нашего канала, 4005 человек. Это значимая для меня, для наших знакомых, коллег, друзей цифра. Спасибо большое и удачи вам всем!